это игнорирует президент, это еще больше как бы я впадаю в безысходность, потому что нет никакого ответа, нет никакой реакции. Говорят, что это может помешать нашему туризму. О каком туризме может идти речь, когда наши дети в небезопасности, когда мы, женщины, не можем вечером гулять без сопровождения? Или когда говорят, что мясо женщины, как бы его сравнивают с мясом баранины. Это вы о чем вообще говорите? Мы как общество обязаны реагировать на такое, потому что если мы не будем давить на судей, на правоохранительные системы, то они никогда не будут выполнять свою работу.